שלום עליכם, שיהיה לימוד לנשמע כל הנפטרים במכללה, מר מרדכי בן תמר, רב משה חזיר ובן יוכבד, וגם ציון דמיקרסלביק בן יעל, פרשיים הלכות ציצית, גלווה דסיית דיני הבגד הטלית. Законы материала или размера, который должен быть для того, чтобы завязать на него цицит. Говорит Алаха, одежда, у которой есть четыре угла, нужно к ней привязать цицит. Как написано в Торе, «Васулаем цицит аль-канфе вигдехем» и сделайте себе цицит на углах своей одежды. Для чего? Чтобы мы вспомнили все мицвот Всевышнего, как написано в Рутем Отоу, «Скартемит коль мицвот Ашем, асетем отам». То когда мы видим цицит, это должно нам напоминать о мицвот Торы, и для того, чтобы мы их исполняли. Вторая алаха. Есть мнение мудрецов, которые говорят, что только одежда из шерсти или одежда из льна – это та одежда, на которую необходимо по Торе прикрепить цицит. Но одежда, которая сделана из другого материала, из хлопка, из шелка, из других, по их мнению, эта одежда нуждается в цицит только по мудрецам, мидрабанан. Но есть другое мнение, которое говорит, что нет, даже любой материал, любая одежда из любого материала, нужно завязать цицит по Торе, но Маран Шулхан Арух, по которому мы идем, Аллаха у него по первому мнению. Поэтому самое лучшее это, чтобы была шерстяная одежда, шерстяной цицит. Поэтому говорит третий Аллаха. Поэтому правильно и желательно всем, каждому богобоязненному человеку, чтобы исполнить цицит, чтобы у него был шерстяной цицит. И большой цицит, и талит катан, который он одевает под свою рубашку, чтобы и он сам был шерстяной, и одежда, и нити цицит, которые делают, чтобы были шерстяные. Тогда он исполняет мицву по всем мнениям, мицву по Торе, мицву цицит. Четвертая аллаха. Одежда, у которой нету четырех углов, или один из них он круглый, или этот цицит, он порвался и закруглился, тогда такой цицит, такая одежда от цицита освобождена. Сегодня мы не ходим в такой одежде, в которой есть 4 угла, потому что разрез должен быть 50%, поэтому мы отдельно покупаем талит катан. Как мы сами, любя эту мицву, делаем себя обязанными исполнить эту мицву. Если у одежды есть больше 4 углов, то нужно ставить цицит на крайних углах. Ну, от такой одежды, как мы сказали с вами, Бен Ишхай говорит, нужно держаться подальше. Следующая алаха. Шиур талит шерауля цитбо едехуат. Какой размер нужен, чтобы был у одежды, чтобы человек исполнил мицву наилучшим образом? Минимум локоть в ширину, 50 сантиметров в ширину и полтора локтя. Амару хабы им штему. Локоть в ширину и два локтя в длину. То есть 50 сантиметров на метр. Это минимальный размер, который мы покупаем талит катан. Если такого большого нету, то мы можем купить 50 сантиметров. Ширина остается такая же, только длина укорачивается на 20 сантиметров, полтора локтя. Фартух мы же короткий. А? Фартух. 40 на 75 сантиметров. На 75 сантиметров, полтора локтя, он будет короткий. И заключительная алаха на сегодня говорит, даже если у человека нету такого талита, 50 на 75, но есть совсем маленькая одежда с четырьмя углами, пусть оденет ее, пусть завяжет на ней цицит, чем ходить ему без цицит целый день, потому что человек, который у него цицит, как мы сказали, шерстяной цицит, каждую секунду он исполняет мицву по Торе, мицву помнить то, что заповедал нам Всевышний, и вспомнить все остальные мицвот. Только шерстяной? Шерстяной 100% по Торе, хлопчатобумажный 100% по мудрецам, возможно, по некоторым мнениям, тоже по Торе. Баруха Дуналя Улам, амин ле амин.